20 августа 2024 год, пишут, присяга — это, по сути, туалетная бумажка, а если кто-то считает иначе, это его личное мнение. Большой будет сюрприз для вас, когда вас привлекут за госизмену, за измену присяги, если вас будут судить. Для вас это будет совсем не личное ваше дело, не личное ваше отношение. За госизмену судят, за измену присяги судят. У меня есть хороший афоризм по этому поводу. 13 ноября 2013 года написал: присягнувший дважды не присягал ни разу. Ну ладно, это посмотрим. Убедитесь в том, что присяга — это не туалетная бумажка, я вас уверяю. Второе. Срочников кидают. Ну, кидают срочников мясом, да? Алаудин, лапти Алаудина, этого видели? Меня вообще удивляет, почему россияне вас представляют сейчас, представители Кавказа, которого там дрючили, блин, нафиг, блин, не знаю, в 94-м году, потом в 99-м году, а сейчас он говорит за Курскую область. А где все эти Коношенко, где эти усы Пескова, блин? Это, может, вы боитесь этих кавказцев? Но понимаете, как мир на вас смотрит? Вас, россиян, сейчас представляет человек, плохо говорящий по-русски, блин, который вас там шугает и обещает, что там петухами вас называют. Вы как выглядите, россияне? Вам за себя не стыдно вообще, блин? Вторая сраная армия мира. Да. Что еще хотел сказать? Пишут: у вас в Украине все ужасно, у нас в России все хорошо. Ребята, ну, в фашистской Германии тоже было все хорошо до поры до времени, где-то так года до 44-го, а потом только хлоп, и там войска, блин, там американские, советские на территории Германии показывают. А что это у вас за крематорий? А мы туда не смотрели, немцы говорят. Сейчас в Курской области уже украинские войска. Вы думаете, далеко до того, что они будут в Москве? Я думаю, нет. Все будут Украиной, не переймайтесь.